Привет, друзья! Сегодня воскресенье, время уже без 15:06. Дождь, и мы едем с Идошенькой на концерт. Но мы не едем на концерт ежемесячный наш. Мы едем на концерт, который... Да, девочка будет выступать. Она, в принципе, бывшая ученица этой школы. Мы не знаем, сколько будет концерт. Я предполагаю, что он будет где-то около часа. Вот, девочка это много лет назад, я так понимаю, ну или несколько лет назад училась, она уже подросток, училась в нашей школе. На сегодняшний день она уже достаточно такая, ну не популярная пианистка, но она ездит с концертами по миру. И, в общем, сейчас она опять назад вернулась в Канаду, и ее мама договорилась с директором нашей школы, что она, в общем, выступит и для студентов нашей школы. Сегодня концерт. Вот мы направляемся, мы с Идошенькой одели, как говорится, самое лучшее. Едем на концерт. Приятно, очень приятно, какой-то такой небольшой ивент. Но для меня важно показать ребенку, что дети играют. И до какого уровня мы растем, как дальше можно продвигаться в этом направлении. 28 мая будет такого плана концерт, такого же плана концерт при школе бывшего студента, который, он, по-моему, постарше этой девочки будет. Тоже у него уже достаточно такая карьера кишит и кипит. Мальчик тоже бывший ученик. 28 мая будет у него концерт в школе, тоже мы обязательно, конечно, едем, мы уже приглашены. Очень приятное времяпрепровождение, даже вот в такую, казалось бы, погоду. Обычно воскресенье у нас более спокойный, не такой насыщенный день, как, допустим, суббота или середина недели даже. И поэтому в воскресенье хочется просто такого отдыха, ну, просто ничего не делания, либо вот такого плана времяпрепровождения, какой-то типа концерт, ну, вот что-то такое. И поэтому мы с удовольствием с Идошенькой едем. Посмотрим, я сниму вам какие-то отрывочки, покажу. Все, пока что поехали. We were emotional as well because has been like long time now. We started piano and violin vocal 9 years ago. Thank you.
What a brilliant performance! Such a beautiful, deep Bach, and such an amazing, elegant, and brilliant Mozart. It's such an amazing Chopin, hard, difficult, expressive, but very potential. Thank you so much. Can we ask for something else? Do we have maybe another piece or no? No. Она на таких сценах выступает, что я не могу сказать, что она очень раскованно играла за фортепиано. Она очень свободно себя вела в своей тарелке. Мама очень приятная. У нее и брат играет. Вот это 28 мая, что мы пойдем, это ее родной брат младший будет играть. Mm-hmm. То есть вот такая вот семья. Мама сама сказала про свою дочку, что она очень дисциплинированная, что она занимается по 3 часа в день, каждый день. 3 часа в день, каждый день, представляете, на пианино. Мы с Эдошей пока что до 2 только доходили. Вот. Не, ну 3 часа мы пока что с тобой еще не занимались, а 2 занимаемся уже, у нас часто доходит, что мы занимаемся 2 часа, мы даже не замечаем, как это время проходит. Быстро проходит, да, Эдоша, Аня? Очень быстро проходит время, когда ты играешь вот эти long pieces, уже большая, когда большое произведение, пока ты чуть-чуть здесь потренируешься. Да, пока ты чуть-чуть здесь потренируешься, чуть-чуть там потренируешься, все, время уже ушло. Пока, если ты еще разминочку сделала, если ты еще несколько произведений играешь, время очень летит уже, когда, ну, то есть серьезное занятие. Раньше-то для нас полчаса это было достижение, сейчас полчаса это уже только сесть за фортепиано, что называется, и размять руки. Вот, так что масса, конечно же, как всегда, эмоциональная порция была получена, культурная порция, инъекция, как я говорю. Великолепный концерт. Коротко, это было где-то 40 минут. Шопен просто великолепно, великолепно. Это было, я по часам вижу, Идошечка, 40 минут. Вот. Прекрасная девочка, родители великолепные, прекрасная семья, конечно, просто гордость за таких детей. Вот, и Дошенька увидел тоже, была возможность увидеть реально людей, которые любят то, что они делают, и как они с этим продвигаются по жизни. Помимо этого, мало того, что эта девочка просто играет уже, она там в оркестре, не в оркестре, где она... Короче, играет она с 7 лет. Короче, она вот в этой королевской консерватории и учится, и под руководством какого-то там великого, короче, пианиста, они уже выступают, ездят по миру, и, в общем, короче, помимо этого, она еще и на скрипке играет. Закончила 8 класс консерватории по скрипке. Ну, вообще, гений просто, не девочка, а гений. И что я подумала? Вот такая вот моя мамаша, еврейская мамаша. Что я подумала? А я подумала, что вот такая чудесная девочка, сколько в нее вложено всего. Какой же муж ей достанется? Кто же такую девочку себе отхватит? Скромненькая, красивенькая, такая бусинка просто, такая прелестная девочка. Кто ее получит? Мама, я думаю, родители не каждому отдадут такую перлу. Очень. Мама, это очень embarrassing to tell in front of a whole crowd, мама. Что? It's very embarrassing to say that, мама, against the whole crowd. Что я сказала такого? Who's gonna get her? Who's is gonna marry her? Да, who is gonna marry her? Это должен быть очень кто-то талантливый, тоже какой-нибудь creative, someone like me. Ну да, вот тоже ребенок мой от скромности не умрет. В общем, я пошла заправиться, мне нужно немножко. Посмотрим, что еще сегодня сниму. Может не сниму, потому что выходные и какое-то настроение такое. Дождливая. Будем говорить так.